с этого места мы смотрели салют 9 мая. Вот тут как раз возле этой клумбы. Да. Она была пустая. Оказалось, что здесь будет расти ячмень. Корабликом. О, с корабликом. Вот в шезлонгах тут лежат. На пристани загорают. Ну, круто. Жазуха играет. Тоже, наверное, полежим здесь. Мы сняли ролики и идем дальше, потому что тут дорога не сделана. Ролики в руках, они снимаются быстро и легко. Мы идем. Это какой у нас сад? Тема, конечно, радикальная. Это наш нескучный сад, да? Как-то его никак не сделают, дорогу здесь. Не, по пути радикальная. А нескучный, ты знаешь, мы, собственно, не были нескучны. Это набережная нескучного сада. А нескучный сад, где вот за этим мостом, туда вверх по склону, там целый ландшафтный изгиб. Такое. Да? Да, там нескучный сад, именно там нескучный. А это набережная нескучного сада. Это там, где мы с тобой были, вот этот Дизигн, это не скучный сад? Нет, мы там вообще не были. А почему мы тогда не врулим никак? Ну, надо бы зарулить, но как бы у нас другие цели. У нас другие цели, у нас ролики. Вот, так что вот так мы идем. Вот этот мост, он идет на третье транспортное кольцо, Женя сказал. Женя, на третье транспортное кольцо идет, да? Да, это третье транспортное кольцо. Это третье транспортное кольцо. Вон туда, вон туда, вон туда, вон туда он идет. Вот так вот. А вы как хотели. Ух ты, как здесь классно. Ну, вот мы идем под мостом. Колонны какие мощные, способы такие. С клепками вот такие штуки. Граффити. А там Москва-река вот проходит. Вот, вот мы идем. Цветы собирают, чем они не угодили. Так, вот карта, где парк Горького и где мы вообще сейчас находимся. А здесь сейчас будем ролики набирать и ехать.
Ромашки кругом. Сеном пахнет. О, лето прямо. Ах, какой аромат. Вот, ну, сейчас будем на обочине одеваться. Вот поглядите, как это происходит. Сандали такие у нас большие, получается, подошва. Из трудности влезания. Сейчас, может, вернемся? Конек. Ну, в принципе, уже не быстро получается. Сейчас посмотрим, как я справлюсь. Вот так, Женя уже на коне. Я сейчас буду обуваться. Там запись. Поехали. Ну, запись идет. Идет? Я уже спокойно выхожу. Спокойно еду. Ну, нам покрасили прям дорогу, да, Жень? Ее ж... Она не была красной. Ее покрасили недавно. Привет.
как туда. Вот за Андреевским мостом парк Горького начинается. А это не скучный. Дают чувак, а? Да. Андреевский мост. Такие хорошо, ветерок. Всегда есть ветер. Даже самый жаркий день. Плохих причем, если в руках.